Какая сразу группа? Группа поддержки. Желать здоровья, успеха вот в этом общественном служении, можно даже сказать послушании, которое оказывает реальное влияние на молодежь города Москвы. Также пожелать семейного счастья, чтобы все это было во Господе. Спасибо. Вот. Соответственно, ну, дарим, соответственно, кто что. Ну, все цветы в основном я вижу, да, замечательно. Да, хочу сказать, вот африканская роза, очень любящая, необычная, с пожеланиями, стоит целый месяц. Еще, если есть возможность, вот эта вот иконочка, она маленькая, Лидия путеводительница Эфесская, Корсунская, Трапецкая. Я просто лично, это было чудо, прям сразу. И это по Звенигородскому шоссе, всего 24 километра, справа Княжье озеро, поселок, там храм. Очень советую тебе найти, это еще в предание после Буквы пописанное, храм в Русском музее. Александра Невского, что ли? Да. Вот. И сам я вырос в Задонске, меня в Москве родили, туда отправили. Поэтому не могу не подарить, тем более, смотри, я думаю, тебе это тоже будет приятно. Да, ух ты, здорово, да. Наше уже издательство. Да. Спасибо большое, Паша, спасибо, очень приятно. Ну, мы присоединяемся к сыновлению. Спасибо, ромашки, спасибо. Не ромашки, а хризантемы. Ну, все равно как ромашки выглядит. Так, не уже подождите. У вас есть еще комната? Для подарков. Так. Это мы сейчас найдем туда поставить. Да, я как раз про тебя сейчас думала. А вот если мы вон ту, эту... Значит, тут же еще куча. Если в эту... В розовую. Катюш, присоединяюсь. Спасибо. Поздравления. Счастья, любви красивее. Тебе. Здоровья. Всего самого прекрасного. Спасибо. Ух ты, вот это очень актуально. Ой, подожди. Это тоже, кстати, актуально. Духи, еще какие красивые. Сердечко, спасибо. Это чай, наверное, да? Да. Замечательно. Тоже красиво. Листик. Наталья Владимировна. Ты знаешь, нет, она дома, но... Да, на душу. А это Наталья Владимировна. Да, то, что такая прекрасная дочь у нее. Спасибо, Леночка, спасибо. А можно надеяться, что ты что-то споешь? А многое лето пели уже? Ты знаешь, ну можно еще раз пели. А давайте еще раз многое лето Кате поздравим. Многое лето, многое лето, многое лето. Спаси, Христе Боже, спаси. Боже, на многое лето. Спасибо. Многое лето, коллега.